Окурки, пустые бутылки, перекатывающийся ветром мусор. Через верх переполнены урны. Выход к морю по улице Калинина – убогое и печальное зрелище. Неряшливое отношение к городу не останется без внимания. Специалисты управления муниципального контроля, управления торговли и Роспотребнадзора составили протокол о нарушениях. Нами установлен факт переполнения полностью урн. Урны не убирались, похоже, что месяца два. Грязь немыслимая. Урны находятся в самом грязном состоянии. Никто не моет, никто не обрабатывает. Что очень негативно сказывается на впечатлении о нашем городе. На сегодняшний день, сейчас, безусловно, будет составлен протокол на санаторий «Маяк» за нарушение санитарных правил и норм. Потому что прилегающая территория должна находиться в идеально чистом состоянии. Тем более, что он находится в курортной зоне города. В ходе мониторинга городских улиц выявили не только мусор. Нарушения сегодня обнаружены. Это продажа цветов на муниципальной земле, на тротуаре, на прохожей части, где определена зона для прохождение, выставлен товар, развешаны вещи, то есть сотрудниками управления торговли ежедневно ведется работа с нарушителями, составляются административные протоколы на устранение этих замечаний. Цветы с проезжей части нарушители убрали. Помимо улиц, рейдовая группа проверила пункты общественного питания. Уже легендой стало кафе «Эйфория». Рейдовые группы посещают заведения неоднократно и всегда масса нарушений. Были проведены совещания с руководителями предприятий общественного питания, что демонтируются зонты, столы, заключается договор на вывоз мусора, что, тем не менее, предприниматель, руководитель КОКО не осуществляет. Площадка находится в антисанитарном состоянии, в углу расположен мусор. То есть договор на вывоз мусора не представлен. Составили протоколы об административно-правовых нарушениях. Нарушители заплатят штраф.